тебе еда пришла. Рябин жиром пахнет. Скажи, что это? Что это? Что это? Давай. Давай, малыш, давай. Кушай. Его, знаешь, какую кличку можно? Гагарин. Космонавт подруга. Ладно, сейчас. Чуть-чуть. Че, не понравилось тебе рыбежиром пахнуть, да? Не понравилось. Ну ничего, милый, надо. А то у тебя рахи жуткие. Же злые вы. Споганили всю еду. Вчера кидался на эту курицу, как сумасшедший. А сегодня, видишь, с рыбьим жиром ему не угодили. Яйцо, кстати, он не знает, что такое. Тоже перепелиное давал, он заставил его съесть насильно. Что, творожную массу ты тоже не лопаешь, да? Только творог надо. И зачем? Зачем лапу моешь? Так, милый, я к тебе все испачкала. Дай-ка я теперь поменяю перчи, а потом будем тебя кормить. Чего это ты сердечки-то не уважаешь так? А, пелёнка... Всё, понятно, скажи. А что ему надо? Чего ему надо? Вывернуть всё, спрятать, как всегда, как всем. Жижи хищник, вот так вот мы, пожалуйста, вот так мы делаем. Хозяйственный. Да ты что, малявка? Сейчас, говорит, заверну, спрячу. Умнее детей, оказывается. Конечно, скажи, кто бы сомневался в моем интеллекте. Ну все, ненадолго этой клетки. Скажи, карантин продлится недолго, клетку разберу махом. Уже все, она хочет. Сейчас придется пеленку менять. Ну, конечно, поменяйте. Смотри, что делать. Опа, все. Все, надо спрятать. А то вы сейчас найдете, говорит, сожрете сами. Чудовище. Нет, это не собачьи повадки. Однозначно нет.